Он ей часто твердил, что любовь — это плоть долгожданных мгновений и близости чуда. Он, мужчина, любовник, почти что Господь, обрывал ее крылья, как будто Иуда. Он ей нежно шептал, что любовь — это страсть, рассуждая, что значит момент наслаждения. Он, самец ненаглядный, бубновая масть, беспощадно громил храм ее убеждений. Он ее убеждал, что любовь — это рай, где нет места ни насти, тоске и тревоги. Он, заполнивший душу ее через край, отрезал к ней сейчас все пути и дороги. Она кротко молчала, душою скорбя. Где-то зрела слеза, тело мелко знобило, и уже оставалось, как будто любя, и как будто любя поскорей уходил. И однажды ушла, надоело вранье, его жизнь продолжалась в раю без печали, пока сердцем не понял, как любит ее, и все то, о чем души так долго молчали.